Не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого человеческого недоумения и сомнения, которые длятся много лет, Иисус Христос пришел бы нескромно в образе простого человека, покорно, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное духом в обычае. Тогда, конечно, никакого внимания не было бы, что это действительно божество, поверили вы? А сегодня очень многие из нас сомневаются, все увидят его из кожи вон стараются. Когда я сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, в то, в чем не стыдно. Объясняю, говорю, в церкви проповедь. Терпите, сносите холод и голод, заповедь. Слушателей, умеющих понимать, хорошо тебе, монах, не страдая рассуждать, когда ты в шелку, да сыт. А как бы ты заговорил о терпении, если не повезло? Если бы тебе от голода живот к спине подвело, от стужи все твое тело застыло, посинело, ты скажешь, что такие просто живут неумело. Не умеешь жить! Если бы Господь пришел во славе в помоде, то ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Там на небе отлично пришел к нам учить. А если бы между нами родился, чему научить? Если бы от колыбели до гроба терпел, что нам здесь приходится терпеть, то бы узрел. Небосклон!